граждан, принял, которые поддерживают доводы. Вы не волнуйтесь, за Леонида тут пришло уже человек 300 точно, вот они сейчас здесь стоят, может даже больше, еще подъезжают. Конечно, да. Никто не будет забыть, ничто не будет забыто. Просто объясни ему, что это православная символика. Любой батюшка подтвердит это. Наша форма партии. Может, батюшка, мы вот все тоже без формы, мы тоже как у нас есть там мотофронты, мы еще что-то. Мы выступаем просто как обычно. Политизированного ничего не будет. Я просто в этой форме даже сплю порой бывает. Сей, как бы, да, вот они старше по этой группе. Пока его пресса не запечатлела, а то потом ярлыки начнут развешивать. Ну да. Ну, в общем, просьба. Чего-то как бы, у вас бота одежда странная. Не приковывала, короче, глаза, да. Расценит потом как... Конечно. То, прилепит мы, потом, да? Там приехали группы нацистов. На этого не нужно. Ну, во-первых, правильно, что вы говорите, нацисты. Во-первых, мы националисты, это разные, кардинально разные. Нет, мы цивилизованные патриоты. Мы вот. Потом. Да. Конечно, мы потом, да, в общество не понятно, докажете, там они уже запишут нацистов. Пресса сработала. Вот, абсолютно однозначные ассоциации вызывают данную форму. Поэтому мы убедительно попросим, Господа, значит, мой ответ. Так как я это надел форму, так же это я могу байкера попросить снять. Я думаю, у меня челюсть разлетится. И так же я свое слово говорю от партии «Единая Россия». Я лучше участвовать не буду, а за Леонида Фролова я лично без вас зайду в церковь и закажу молитву. Ну, хорошо. Замечательно. Значит, вы с нами участвовать не будете. Прошу. Все, Сергей Николаевич, заканчиваем. Поехали. Леша, где пацаны? Прикинь, здесь какой-то тренди в немецкой форме приходил. Мы его сюда отправили. Мясо не будем, то есть нам надо четко понимать, если ворота закрыты, то мы попытаемся их снять с петель все вместе, дернем за забор, чтобы он устал, то есть мы все вместе. Я думаю, нам открыли. Но если откроют, то есть мы сейчас должны об этом сказать, что мы это сделали, чтобы лучше открыли дверь, то есть мы сейчас об этом заявляем. Мы все... Арсений знает, он выезжал сюда на место. Искать, ребята, надо искать!
Надо по горячей теме ходить, а не так, когда, блядь, все проснулись, а потом вышли. Давай спокойно, давай, братан. Ну, естественно, мы можем сейчас перевернуть ворота, зайти на рынок, но смысла никакого нет. Но то, что мы здесь собрались, это в любом случае будет резонанс не только у нас в городе, я думаю, теперь многие увидят эти события. И может быть кто-то задумается. Ожидание наказания сильнее, чем самое. Подошел ответственно, купил себе скутер. Год на скутере отъездил, навыки вспомнить. Все, и теперь оп, категория. Да, узнал. И вот взял себе Honda Chopper, это вот. Успел отъездить на нем неделю. Нет фотографии. Кого сам делать? Надо быть. Вам самим не стыдно? Вы офицер. Я прав. Да, ребята. Да, москвичи приехали. Ребята, дорогие, да, выйти. А я думаю, должно быть. Повыше. За вашу. Пожалуйста, что-нибудь решим в конце концов когда-нибудь. За вашего участкового, который уехал. Вот, так, это не должно, ну, постоянно продолжаться. Так, давайте без этого. Народ бьют везде, в Матищах, в Пушкинах, везде не надо, народ. Не надо. Пацаны, надо что-нибудь решать, в конце концов, блядь, или он сегодня, а завтра мы, а что, надо решать что-то, договариваться. Что ты решишь, о чем ты пусть подходит народ сюда, вот, клубный народ, пусть подходит, что-то надо решать в конце концов. Что ты хочешь решить, ты стоишь с пивом, что ты хочешь решить? Ну пусть старшики решают, ну господи. А что, так и будет убивать всех, ёпта, блядь. Показуем, открутим. Трикратный зал, да? И потом поедем по родных навестим. А, все колонны, да? Да. Артем, скажи, вот ты доволен тем, что мероприятие, как оно прошло? Получилось, не получилось? Ну а посмотрите сами, как вы считаете? Посмотрите, сколько неравнодушных, нормальных людей. Четких, трезвых, здоровых, да, при этом понимающих, что и зачем они делают. Вот, по-моему, здесь комментарии излишни. А какова цель была и достигнута ли она? Вы знаете, все только начинается, но основная цель достигнута. Люди поняли, что они не одни и что как бы ничего не будет спущено на тормоза. Спасибо. Ни по этому случаю, ни по другим. Никто не забыть, ничто не забыть. Давай.